Здравствуйте, дорогие друзья! С вами художник-преподаватель Алексей Горняков. Сегодня мы поговорим на такую тему, как предназначение. Что это такое и кому оно надо? Я анализировал свою жизнь, когда я родился и до сих пор. И выявил то, что мое предназначение в этом мире – обучать изобразительному искусству, дарить изобразительное искусство те знания, которые я накапливал многие годы своим ученикам. И я теперь этим и занимаюсь. Я уже много лет преподаю изобразительное искусство, много учился изобразительному искусству. Сначала закончил художественную школу, потом училище народных промыслов. И затем университет Петрона Мироновича Машерова. И также преподавал в школах искусств в Гомеле, в Речице. И сейчас, на данный момент, я занимаюсь изобразительным искусством. Занимаюсь изобразительным искусством частным образом в своей мастерской. Значит, что такое предназначение? Предназначение – это давать пользу людям. Мне многие говорят, вот это ты бы взял бы, еще устроился на работу, там, сторожем. На что я отвечаю, что вы понимаете, целую ночь сторожить, например, а мне нужно заниматься с моими учениками, чтобы чувствовать в нормальном состоянии, чтобы ему что-то дать. Действительно, чтобы они взяли, а не то, что ко мне придут ученики, и я буду думать о том, как бы мне выспаться. То есть мне нужно дать, и я стараюсь работать на результат, чтобы действительно был результат. И слава Богу, есть результаты. Мои ученики поступают. И поступают туда, куда хотят. И мое предназначение – подготовить учеников, подготовить всех своих учеников полюбить изобразительное искусство, настроить на хорошую волну, на волну оптимизма. Потому что я считаю, что судьба, если мы будем постоянно недовольны своей судьбой, говорить, вот это плохо, то плохо, а это там тот виноват человек, там тот, не будет результата, потому что судьба видит, ага, ты доволен, что у тебя все плохо, ты плачешься, значит, тебе хорошо в этой вот обстановке, что тебе плохо, и ты доволен тем, что тебе плохо. Ну и сиди, если тебе плохо, и сиди. Потому что ты доволен тем, что тебе плохо. А если человек будет относиться более оптимистично по жизни, будет настраиваться на хорошую волну, и будет результат. И я все-таки выявил, что мое предназначение – дарить то, что я знаю, те умения, навыки, и вырабатывать у своих учеников привычку любить изобразительное искусство, также привычку делать наброски постоянно, также конструктивно строить рисунок, живопись, чтобы очень красивый был цвет, чтобы была теплость, холодность, красивый колорит. И дарить людям
свои работы, да, свое искусство, и именно чтобы мои ученики дарили уже то, чему я их обучу. И слава Богу, мои ученики поступают туда, куда хотят, в университеты, в средние специальные учебные заведения поступают. И хотелось с вами поделиться. Мне, например, очень всегда нравилась, вот недавно умерла моя любимая вокалистка, потрясающий голос. Ее люди узнали на «Утренней звезде», Юлию Началова. Юлию Началову они узнали именно, она стала победительницей «Утренней звезды». Потом она была телеведущая, она вела. Я за ней постоянно это следил, то есть смотрел за ее творчеством. Великолепно, талантливый человек, оптимистка была по жизни. Она так себя несла, действительно. То есть, ну, плохо, когда не открываются двери перед теми людьми, которые действительно хотят дать, подарить свое творчество людям. Но она до такой степени была талантливая. И если мы сравним многих тех, кто на эстраде, да, то есть тех, которые в шоу-бизнесе, вы понимаете, что не дают открыть двери тем людям, которые очень талантливые. Но она до такой степени брала высокие ноты, огромный регистр. Если мы... У нас тоже в искусстве есть контраст, как в изобразительном искусстве, точно так же и в музыкальном искусстве. И когда человек с душой дарит, ее предназначение было дарить искусство в массы, да, то есть она дарила себя людям. Мы никогда не увидим у нее на лице, что она какая-то хмурая. Она постоянно выходила на сцену, постоянно оптимистична, постоянно у нее была улыбка. И я смотрел многие прямые эфиры с Юлией Началовой. То есть то, что вот проходило вот эти дни, мне очень понравилось. Полностью в моих глазах изменился Николай Басков. Какой он человечный. Он действительно поддержал семью в трудную минуту и помог и с похоронами. И многие, конечно, помогали. То есть я не буду всех называть, но мне очень понравился, как Николай Басков помог семье, поддержал трудную минуту. Действительно, такая вокалистка должна стать народной артисткой, потому что то, что делала она, многие на сцене не делают, многие не делают. Мое мнение, нужно, чтобы звук был живой, чтобы не было фонограмм. Многие поют фонограммы. Кто-то даже поет и не своим голосом. То есть такое есть. Главное, чтобы дарить свою энергетику людям. Точно так же и я увидел у себя, что мое предназначение – это дарить искусство в массы. И я занимаюсь такими дисциплинами, как академический рисунок, академическая живопись, композиция, формальная композиция, трансформация объектов, черчение и элементы компьютерной графики. Мои ученики именно поступают на дизайнеров, на архитекторов. И если у вас есть желание, обращайтесь. Я буду стараться то, что я знаю, давать вам, дорогие друзья, чтобы у вас еще все лучше и лучше получалось. Кто меня не знает, я художник-преподаватель Алексей Горняков. Кстати, вы можете в Инстаграме на меня подписаться. Собака Горняков, нижнее подчеркивание, арт.
Так вы меня можете найти в Инстаграм. В Одноклассниках, честно скажу, не на всех подписываюсь. У друзей очень много, около 5000 друзей. Не на всех подписываюсь. В Инстаграме около 3000 друзей. ВКонтакте около 2000 с чем-то. Значит, дорогие друзья, я рекомендую каждый день видеть что-то прекрасное, даже если дождливая погода. Увидеть прекрасное, даже что, вот, например, дождь. Найти положительные стороны. То есть во всем можно найти положительное и отрицательное. И благодарить людей за все, буквально за все. То есть нам нам дается какой-то опыт. Даже если вам кажется что-то это плохое, все равно нам дается опыт. И нужно благодарить людей. Просто если человек недоволен, судьба видит, ага, этот человек недоволен тем, тем, тем. Но ему, видно, комфортно в этой обстановке. И он тогда... И он тогда действительно... Судьба дает ему то, что он недоволен. Значит, ты доволен тем, что тебе плохо. Ну, на тебе еще. И мне, кстати, многие говорят, например, вот бы каким-нибудь бы сторожем, помимо того, или еще кем-то, и занимался изобразительным искусством. Значит, мое мнение, что нужно заниматься тем, чем ты занимаешься всю жизнь. И если ты будешь заниматься тем, то, что ты много лет изучал, у тебя будут результаты, и будут результаты у твоих учеников. И моя миссия, мое предназначение – заниматься с учениками изобразительного искусства и дарить искусство своим ученикам, чтобы потом они продолжали это. И действительно, тогда будут результаты. Если мы будем так подходить, видеть все положительное в нашем мире, много есть неположительного, но если мы будем хаять там одного, второго, а вот этот виноват, всегда человек виноват, не кто-то виноват, я виноват. Я виноват в этой ситуации, не кто-то виноват, а я виноват. И понимаете, и тогда будет совершенно все по-другому получаться. И обязательно... Никто никому ничего не должен, да? Я виноват, я должен, да? А не кто-то должен. И тогда будут результаты. И обязательно настраиваться на позитив. Я вот прочитал одну книгу, мне очень понравилась, Поллианна. Там говорится о девочке, у которой по малолетству... Кто-то погиб из родителей, да, ну, там даже двое умерло. И она переехала к тете, а до этого ее родители научили видеть во всем положительные стороны. И ей было намного легче по жизни. Потому что она уже была настроена на положительное. И тогда судьба дарит нам... Все хорошее, когда мы видим положительное во всем. Кто присоединяется, с вами художник-преподаватель Алексей Горняков. Занимаюсь такими дисциплинами, как... Академический рисунок, живопись, композиция, формальная информация объектов. И
черчение и элементы компьютерной графики. Если вам нужно подготовиться к поступлению и не только, если вы любите изобразительное искусство, обращайтесь. Я занимаюсь со своими учениками, как на расстоянии, так же в своей мастерской. Сейчас, кстати, каникулы очень хорошо, то есть дети многие загружены в школе, да? То есть сейчас самый тот период, когда могут обращаться, и мы начнем подготавливаться к поступлению. И я думаю, что те знания, которые я накапливаю многие годы, я дам своим ученикам, и будет просто супер. Мои ученики поступают, и их сразу отмечают, моих учеников. Беру всех подряд, у меня нету такого, что я кого-то не... Главное, чтобы у меня, если у меня мест нету, тогда я могу взять в резерв. А так я беру буквально всех подряд. Занимаюсь с любым возрастом. От 5 и до 50 лет. Освещение получше, потому что напротив окна сижу, солнышко. Вот, дорогие друзья, если мы будем вот так оптимистично настраиваться, будет все замечательно. Ну и сейчас я подведу итог о том, о чем разговаривали сегодня. Сегодня мы разговаривали о предназначении. Предназначение для меня, по крайней мере, и я вам, дорогие друзья, советую найти свое предназначение, то предназначение, которое у вас в жизни. Мое предназначение, что касается по работе, это дарить искусство массы. И это мое предназначение. Предназначение обучения своих учеников, чтобы они поступали, чтобы те ученики, с которыми я занимаюсь, любили искусство и продолжали дальше. Обязательно вырабатывать определенные привычки, оптимистические привычки. Например, привычка вырабатывается 21 день. То есть, если вы хотите, чтобы она еще больше, то есть она вжилась конкретно, это 2 месяца. 2 месяца – это вообще великолепно. То есть вы уже тогда без нее просто не можете. Мои ученики поступают, и их замечают, и видят, что они действительно натасканы. Преподаватели сами говорят: «О, а с кем вы занимались?» Ну и они говорят, что занимались со мной. Знаете, как это приятно, когда благодарят ученики и их родители. Кстати, вы меня можете найти в Instagram собака Горняков, нижнее подчеркивание арт. Потому что в Одноклассниках я не всех друзей принимаю в друзья. Очень много у меня друзей. Около 5000 друзей. То есть все очень выборочно сейчас, дорогие друзья. Вот. А с вами был художник-преподаватель Алексей Горняков. Я вас всех люблю. До новых встреч, друзья. Шлю вам вот такое вот от себя сердце. До новых встреч, друзья!